Сегодня нам выделено 14 единиц техники УАЗы «Хантеры». Это для работы инспекторского состава Государственного пожарного надзора. Выделенная техника поможет нам оперативно реагировать на все возникающие пожары и оперативно реагировать на все чрезвычайные ситуации. Кроме этого, поможет также и при обследовании объектов, так как объекты расположены у нас на всей территории республики. Также это и населенные пункты, и другие объекты экономики. Начал службу в органах государственной противопожарной службы с 2003 года. Начинал службу инспектором. Всегда, конечно, хотелось с момента службы, чтобы раз вот в районе находимся, я в Дуликанском районе 5-й год прохожу службу, всегда хотелось иметь такой автомобиль полноприводный. Преимущество этой техники то, что мы теперь в любой отдаленной местности, непроходимой местности, где у нас в районе очень много бездорожья, отдаленные населенные пункты, особенно в зимний период, когда заметает снегом, можем спокойно проехать практически везде. Если раньше у нас на вооружении, как говорится, имелось автомобиль ВАЗ, это «Жигули», то сейчас и мы не могли в зимний период, осенью, весной, когда начинают сильные дожди, были места, где действительно оперативно нужно было выехать, но из-за отсутствия вездехода, полноприводной техники, мы не могли выезжать. Вот благодаря этой технике, я думаю, что те поставленные задачи, которые стоят перед нами, мы будем выполнять в полном объеме и решать оперативно.